Это наша фотография любимая. Кстати, здесь наша Эмилия еще внутри, в животе. А если присмотреться, очень много фотографий из нашей жизни. Все 6 лет нашего знакомства, все здесь отражены. И можно разглядывать каждую и наслаждаться, все вспоминать. Маша и Игорь могут, пожалуй, претендовать на звание самой романтичной пары, хотя все началось с дружбы. 17-летние Маша и Игорь признаются, любви с первого взгляда не было. Поэтому юные друзья скромно держали за руки и гуляли. Он представил меня встретившимся другу своей девушкой. Смело. И вообще, то есть, себя стал вести очень, ну, то есть, нескромно. Он начал, значит, проявлять инициативу, как-то все и за ручку там взял, и вокруг меня вот так вот бегал, так давно это было. Их отношения, как вечные 14 февраля, цветы, совместные путешествия, неожиданные сюрпризы. Поехали в путешествие, чтобы сделать, и где-то увидел, не помню, где это, небесный фонарик, тогда они были еще... Нигде их не купить, не так сейчас распространены, то нашел какого-то парня где-то там в Черемушке. Приехал к нему, купил и думаю, надо как-то проводить. А он большой и надо, чтобы его не видно было. Там запаковал его в коробку, все там, ручки приделал, вот это все, визит, ну там. Я она вот, сама сумки, да, сумки понесу, ты неси. И вот на досмотре, когда мы в аэропорт проходили, и это, что в коробке? Ну, она большая, объемная и тонкая. Я не знаю. А я смотрю, ее уже допрашивают. А я пока вещи собирал, подбегаю, все говорю, иди. Я говорю, что там, орет? Но сотрудники таможни пошли навстречу молодому романтику, и сюрприз на берегу моря состоялся. Мы друг друга называем Сюня. Все друзья нас тоже называют Сюнями. Смеются, все. И вот наше слово я выпилила на сердечки из льда. Но главное, их страсть – фотография. Все сложилось очень удачно. Маша любит позировать, а Игорь – фотографировать свою модель. Ты же любишь свою тещу? Смотри, я на нее похожа сильно. Она тоже любит фотосессии. Первым в любви признался, как и полагается, мужчина. И лишь спустя 9 месяцев в ответном чувстве призналась и Мария. А потом 6 лет их романтичных отношений принесли свои долгожданные плоды. Чудесную девчушку Эмилию. Ням-ням, ням-ням. Ну все, мы уже родители, мы уже не называем друг друга Сюня, но мы уже теперь мамочка, папочка, и мы этому безумно рады. Мамочка и папочка с появлением ребенка не растеряли своих юных романтических эмоций друг к другу. И каждый день для них как новое светлое чувство, которое растет и крепнет вместе с их малышкой Эмилией.